Доброго вечора, шановні глядачі. Ефір каналу «Миколаїв» продовжує програма «Точка зору депутата». І у нас в гостях депутат Миколаївської обласної ради Вадим Володимирович Лабін. Добрий вечір. Добрий вечір. Вадим Володимирович, сьогоднішній наш діалог я предлагаю начати, скажімо так, з небольшого аналізу. Пройшов год, як ізбран новий депутатський корпус в Миколаївській області. Насколько он стал консолидированным, насколько он стал результативным, вот с вашей точки зрения, как депутата областного совета, что удалось, а что, на чем необходимо еще делать акценты? Хочу начать с того, что депутатский корпус, вообще выборы в Украине – это какое-то национальное занятие и, наверное, какое-то даже шоу. И люди из процесса организации нормальной работы, по большому счету, привыкли делать, или у нас в стране так получилось, так заведено, просто привыкли делать определенное шоу, какие-то ставки, что, наверное, больше мешает работать. Стремительно очень развивается ситуация в стране, стремительно развивается ситуация в Николаевской области, и, наверное, даже если бы сегодня избиратели Николаевской области делали выбор, наверное, бы все было бы совершенно по-другому, и совершенно других бы людей, наверное, бы уже делали ставки. Областной совет, на мой взгляд, не до конца оправдал ожидания людей. Причин можно называть много. Можно называть и руководство областного совета, можно называть недостаточную организацию работы руководства областного совета. Можно называть ту экономическую ситуацию, которая в стране. Можно делать ставку на молодость депутатов, многих депутатов, которые первый раз пришли в областной совет. Но как бы ВОС остается там, где он есть. Мы к концу года подходим с неконсолидированным областным советом, на мой взгляд. Мы подходим к отсутствиям части руководства областного совета. Мы подходим к тому, что многие среди депутатского корпуса, многие депутаты областного совета пытаются играть в политику, а не приносить пользу избирателям Николаевщины. Вот так бы я подвел бы итог. Хотелось бы вспомнить сессию, когда произошел конфликт, если так можно назвать, конфликт с участниками антитеррористической операции, а именно с Ильей Шполянским. Как вы считаете, все-таки кто стал инициатором вот того, что произошло? Кто столкнул интересы депутатского корпуса, главы областного совета и тех людей, которые на сегодняшний день продолжают защищать, защищали и защищают территориальную целостность Украины? Я вам скажу, во-первых, конфликт надуманный и конфликт выгоден определенным силам. Если вернуться в историю конфликта, спасибо вам, во-первых, за вопрос, очень такой интересный вопрос, на мой взгляд. Если вернуться к истории конфликта, то он возник после того, как глава областного совета обвинила одного из депутатов оппозиционного блока к предвзятым отношениям к участникам антитеррористической операции. При этом глава областного совета, не будучи на заседании профильной комиссии, а зная ситуацию только со слов людей, которые там присутствовали, сделал это беспочвенно, на мой взгляд. Рассказываю почему. Из 11 присутствовавших тогда депутатов на заседании, совместном заседании двух профильных комиссий, 6 депутатов было против того, чтобы общественной организации, которую возглавляет Илья Шполянский, выделялись деньги по непонятному для нас принципу. Первое. В проекте решения не была указана конкретная сумма. Там приблизительно была такая фраза «в межах бюджетных ассигнований». То есть непонятна сумма. Это во-первых. Во-вторых, аргументация, которую предоставил нам заместитель руководителя Департамента экономического развития, была неубедительна для нас, как депутатов, а она состояла приблизительно в следующем. Вот пришли атошники к Москаленко, глава областного совета им пообещала, поэтому вы должны выдать. Вот приблизительно была такая аргументация. Это возмутило депутатов.
И из всех депутатов 6 человек, которые проголосовали против, а там были представители разных депутатских групп, Виктория Викторовна обратила внимание исключительно на депутата оппозиционного блока Ясинского, что вызвало ответную реакцию. Следующее пленарное заседание превратилось просто в шоу. Виктория Викторовна становится, набирается опыта политической борьбы и прекрасно поняла к моменту следующего заседания, что под ней зашаталось кресло. И именно она на тот момент спровоцировала те события, которые происходили в сессионном зале. Она противопоставила воинов АТО представителям оппозиционного блока. Хочу для всех подчеркнуть, у меня нет принципиальных различий во взглядах с воинами АТО. С Ильёй Полянским спустя какое-то время мы нашли общий язык. Мы нормально общаемся, в частности, с Ильёй Полянским, да и со многими другими. Но, вы понимаете, тогда сыграла политика, и я еще раз повторюсь, именно глава областного совета попыталась противопоставить, что делать нельзя, что вызвало, соответственно, те реакции, те события, которые происходили в зале. Ну вот одна из последних сессий, наверное, говорит о том, что все-таки депутатский корпус готов принимать консолидированные решения, вместе работают, вместе голосуют. И нужно сказать, что на сегодняшний день один из вопросов, который на рассмотрении у депутатов, у главы областного совета, это ситуация на предприятии, областном коммунальном предприятии Николаев Облтеплоэнерго. Средства массовой информации об этом сейчас говорят очень много. Обращаются представители предприятия, профсоюзного комитета этого предприятия. Проведена проверка, выявлена масса нарушений. Так почему же все-таки нет возможности принять какое-то окончательное решение для назначения руководителя этого предприятия? На сегодняшний день там исполняющий обязанности. Полная речь. Я вам скажу, что последняя сессия, на которой рассматривался отчет руководителя управления коммунального имущества Видиной, дает основание говорить о том, что поставлена негативная, неудовлетворительная оценка по управлению коммунальными предприятиями. Но эта неудовлетворительная оценка не только видена и конкретно, не только профильному заму главы областной государственной администрации Боню Вячеславу, но и всему депутатскому корпусу, который не смог организовать работу по управлению коммунальным имуществом, которое принадлежит нашей громаде. То есть имеется в виду весь депутатский корпус областного совета? Ну, конечно. У нас есть профильная комиссия, которая должна смотреть по большому счету за этими вопросами. И вопрос стоит так, что депутаты не могут исполнять исключительно контролирующую функцию. Это неправильная постановка вопроса. Депутаты должны включаться в работу и заниматься какими-то рабочими вопросами. Что касается Облтеплоэнерго, это больная для меня, я уверен, для многих жителей города Николаева тема. Если вы помните, по инициативе депутата оппозиционного блока, по моей личной инициативе, я настоял на том, чтобы в марте месяце глава областного совета, невзирая ни на какие потусторонние течения, так скажем, дала протокольное поручение по организации проверки этого предприятия. Значит, ветер дул влево-вправо, и в итоге только к августу месяцу Государственная финансовая инспекция подошла к вопросу проверки этого предприятия. У меня я совершенно случайно, может быть, закономерно взял аудиторский звит по этому предприятию. Я выступал по вопросу деятельности этого предприятия и на сессии областного совета. На мой взгляд, пытаюсь писать в Фейсбуке для того, чтобы довести свое мнение. Но то, что там происходит, оно не подлежит никакому, не знаю, осмыслению разумному. Вадим Владимирович, можно ли говорить о том, что это неэффективный менеджмент? То есть, ведь не только депутатский корпус несет ответственность за работу предприятия, но и руководитель в том числе. Я с вами полностью согласен по поводу неэффективности менеджмента.
Дело в том, что областной совет делегировал полномочия по управлению коммунальными предприятиями облгосадминистрации. В 2008 году, еще депутатами предыдущих созывов, в ноябре 2008 года принято решение по порядку назначения руководителей предприятий на соответствующие должности по имуществу на предприятия, которые относятся к нашей громаде. На мой взгляд, незаконно, я тоже говорил очень много по этому вопросу, по поводу законности проведения конкурсов на базе областной государственной администрации. Ведь что у нас произошло? Предыдущим руководителям областной государственной администрации единолично принято решение о проведении конкурса на базе облгосадминистрации. Что парадоксально, конкурсы на замещение вакантных должностей, вот меня поразил факт, допустим, по назначению главных врачей больниц, областных больниц. В конкурсной комиссии 9 человек, ни одного профильного специалиста в области медицины, а весь штат этой конкурсной комиссии из подконтрольных главе обладминистрации лиц. То есть глава секретариата там, и так далее, и так далее. То есть все лица, которые подконтрольны, причем в медицине, которые вообще мало соображают. Я немножко перескочил на медицину. Ситуация у нас тоже парадоксально плохая и негативная. Из 18, в августе месяце 18 главврачей, да, были уволены. Да, были уволены согласно распоряжению главы облгосадминистрации. И тут же некоторые из них, большая часть из них, была назначена временно исполняющими обязанностями на эту должность. Значит, исключительные права по назначению главных врачей на свои должности принадлежит не облгосадминистрации, а областному совету. И исходя из этой логики, именно областной совет, раз он правообладатель, имеет право назначать какие-то конкурсы на назначение на эти должности. При всем при этом мы имеем ситуацию, когда до настоящего момента, уже ноябрь месяц заканчивается, до настоящего момента на должности главврачей конкурс не проведен, каких-то взаимопонимания по этому вопросу у областного совета с облгосадминистрацией нет. Глава областного совета, как руководитель областного совета, не может организовать эту работу по проведению конкурса на базе профильной комиссии по здравоохранению на базе областного совета. И мы имеем ситуацию к концу года, когда лица, которые уполномочены делать подписи, соответственно, в финансовых документах, они находятся на должности временно исполняющих обязанностей. Причем тут такой парадокс, буквально отступление, опять же, в этом же направлении. Они временно исполняющими обязанностями являются временно исполняющими обязанности руководителя при условии, что они не занимают какую-либо должность на этом же предприятии. Ну, то есть, как бы было логично, там главный инженер, он же исполняющий обязанности руководителя. А так они для предприятия, для областной больницы никто, они просто временно исполняющие обязанности. Но в это же время давайте подчеркнем о том, что у больниц есть срок до февраля месяца. Согласно законодательству, у них должен в феврале месяце решиться вопрос. Что касается учреждений культуры, здесь сложнее. Здесь по закону должен закончиться весь срок в декабре месяце. То есть мы имеем ситуацию, когда прошли конкурсы, кто-то выиграл конкурсы, а вопрос о назначении так и не поднимается. Павел Андреевич, законодатель Верховная Рада Украины приняла соответствующие законодательные акты, в частности, закон о культуре. Согласно этого закона, на областную госадминистрацию возложены права по проведению конкурса на проведение конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей подразделений культуры. При этом, что касается медицины, в законе такого закона нет. И именно облгосадминистрация несет ответственность. Да, несет ответственность, но взяла на себя функции, непонятно руководствуясь какими принципами. Возможно, благими намерениями. Возможно. Но тогда где прозора конкурсная комиссия, в которой должны хотя бы врачи какие-то войти, хотя бы люди с профильным медицинским образованием? Меня вот очень поражает этот факт. Возвращаясь к облтеплоэнерго, вот эта кадровая чехарда с руководителями, она продолжается уже, наверное, более 2 лет. Когда руководителя, который поставлен на должность и который несет полную ответственность, его просто нет. У нас череда исполняющих обязанностей. В настоящее время исполняющий обязанности руководителя Бородин Виталий Анатольевич, у меня, допустим, как у депутата, как у человека, как у жителя Николаева, очень много вопросов к нему.
Я рассказывал на сессии областного совета о схеме, которая придумана руководством этой организации «Облтеплоэнерго» по вымыванию денежных средств из оборота. И фактически государственная финансовая инспекция нам говорит о том, что эти денежные средства, допустим, по установке счетчиков, а там ни много ни мало 4 миллиона 300 тысяч, это прямой ущерб для предприятия. Очень хитрая схема. Я и в прессе об этом писал, и могу еще раз повторить, что для меня непонятно. Значит, инвестиционная программа. На 2015 год была предусмотрена установка 127 счетчиков, тепловых счетчиков в домах николаевцев. 11 счетчиков Николаево-Облтеплоэнерго решило установить дополнительно к этим 127. Вот работы по установке этих счетчиков проводила фирма, якобы по документам. Бенефициаром которого является? Бенефициаром которого является Бородин Виталий Анатольевич, которая зарегистрирована по его адресу фактического места проживания. А фактически эти счетчики устанавливали сотрудники предприятия Николаевоблтеплоэнерго. И только на этом, на установке 500 тысяч гривен ушло в карман этой фирмы, о которой мы говорим. При этом Бородин Виталий Анатольевич продолжает оставаться исполняющим обязанности руководителя предприятия. Депутатский корпус, как, собственно, правообладатель, назначение руководителя на этом предприятии, все-таки может каким-то образом поставить точку в этой истории и назначить руководителя? Опять-таки представители предприятия уже называли фамилию человека, озвучивали, кого бы они видели руководителем. Павел Андреевич, я считаю, что в данной ситуации ошибкой депутатского корпуса было как раз предложить одну кандидатуру. Предложение одной кандидатуры вызвало обратную реакцию. Депутатский корпус был обвинен и коллегами, и населением города Николаева в протаскивании какой-то конкретной кандидатуры. К настоящему моменту, на мой взгляд, областной совет должен пойти по пути предложения главе областной администрации нескольких кандидатур. Кандидатур, которые могут разобраться в этом вопросе, которые работали на предприятии. И среди них глава областной администрации должен выбрать наиболее достойную, потому что именно глава областной администрации и областная администрация несет ответственность за все то, что происходит на этом предприятии. В связи с тем, что делегированы полномочиям, это полномочия по управлению этого предприятия относятся к полномочиям именно облгосадминистрации. Ну, как бы там ни было, на сегодняшний день все-таки представители предприятия Николаевоблтеплоэнерго настаивают на дополнительном финансировании ни много ни мало в размере 10 миллионов гривен. И депутаты областного совета будут вынуждены искать. Готовы ли будут ваши коллеги, как вы считаете, проголосовать за такой вопрос? Павел Андреевич, этот вопрос можно понимать тогда, когда мы будем понимать, кто будет руководителем предприятия. Если мы дадим очередному воровайке деньги для того, чтобы он украл, я буду категорически против. Я думаю, что мои коллеги не согласятся с такой постановкой задачи. Мы будем категорически против выделения этих денежных средств. То есть должен быть нормальный руководитель, который должен быть поставлен на эту посаду, с которым должен быть заключен контракт, а не какие-то временные исполнения обязанностей, с которого можно спросить в дальнейшем, на которого будет возложен контроль от общественности, от профсоюза этого предприятия, и контролировать его будут в том числе депутаты, и тогда можно говорить о выделении каких-то денежных средств. Но я вам еще хочу буквально два слова по этому предприятию. Дело в том, что 10 миллионов, нет уверенности, что 10 миллионов хватит, категорически поменяют ситуацию на предприятии. 10 миллионов – это фактически долги исключительно по заработной плате. К настоящему моменту счета предприятия заблокированы в связи с существенным долгом за газ. И Николаевгаз заблокировал счета предприятия. И тут надо искать какое-то консолидированное решение, принимать какие-то серьезные решения и думать совместно и депутатскому корпусу, и руководству областной администрации для того, чтобы выйти из ситуации, из этого пике, в котором находится это предприятие.
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии на 7 декабря. Один из вопросов, скажем так, основных вопросов этой сессии должен стать это внесение изменений в перспективный план децентрализации. Речь идет о децентрализации. Снова такие вопросы. Ваши коллеги будут голосовать и знакомились ли вы с теми изменениями, которые вносятся в перспективный план формирования вот территории? Территориальных громад. Этот вопрос, безусловно, важен. Единственное, что бы хотелось сказать по поводу формирования громад. Хочется, чтобы мы ушли от этого коммунистического принципа «потому что надо» и «потому что нам сказал так вождь, поэтому мы так будем делать». Инициатива создания громад должна, прежде всего, исходить от жителей конкретного региона. До настоящего момента, насколько я знаю, не вступил в должность профильный зам главы областной администрации, который должен курировать эти вопросы. Эти вопросы по конкретному формированию конкретных громад не рассматривались на соответствующих депутатских комиссиях, поэтому принять решение и сказать вам однозначно, что эта громада хорошая и правильно сформирована, а это нет, я вам не могу, потому что этот вопрос не рассматривался на депутатских комиссиях. Я думаю, до 7 декабря эта работа будет проведена, и к сессии на сессию мы выйдем со взвешенным решением, которое будет удовлетворять жителей нашей области и будет соответствовать тем требованиям, реалиям современным, которые рассматриваются, на которые основывается этот план. Вадим Владимирович, возвращаясь все-таки к вопросу кадровому, уже длительное время, год прошел, у председателя Николаевского областного совета Виктория Москаленко все-таки нет замов. Готов ли депутатский корпус проголосовать и предложить свои кандидатуры для рассмотрения на должность заместителя главы Николаевского областного совета? Наверное, сложный вопрос. Достаточно сложный вопрос. Я вам больше скажу, что депутатский корпус, в частности, фракция оппозиционного блока, готова не только предложить кандидатуру на должность зама, но и готова выдвинуть кандидатуру на должность главы областного совета. Я думаю, организовать более эффективную работу. Это так, лирическое отступление от темы. Что касается тех реалий, которые есть, и если говорить о заместителях, понимаете, согласно нашего утвержденного регламента, согласно законодательных актов, которые есть в Украине, право предлагать кандидатуры на должности замов относится к исключительному праву главы областного совета. Мы можем лишь рекомендовать главе областного совета рассмотреть какие-то кандидатуры. В частности, в оппозиционном блоке есть такие кандидатуры, которые могут быть рассмотрены на соответствующие должности. Сочтет ли нужным глава областного совета вынести этот вопрос в зал, провести голосование, ну, как бы политика не взыграла. У нас политики, к несчастью, очень много. И по большому счету муссируются различные кандидатуры в настоящее время. Нам главное, ведь как бы не человек в данном случае будет красить место. Нам нужна консолидированная работа и нужны те заместители, руководители и руководители областного совета, которые смогут вокруг себя собрать депутатский корпус не по партийному принципу, а по принципу, кто готов приносить пользу нашим избирателям. И поэтому принципу должно происходить распределение должностей. Поэтому это больше вопрос к главе областного совета, вынесет ли она в зал какие-то кандидатуры. Но еще раз повторюсь, от нас кандидатуры есть. Мы готовы не только войти в состав, наша фракция, не только в состав руководства в виде заступников профильных, но и возглавить областной совет. Создано межфракционное объединение. Будет ли оно эффективным на сегодняшний день, как вы считаете? Объединились депутаты? Ну, я не вхожу в состав объединенного этого органа. На мой взгляд, определенные перспективы у объединения есть, но только определенные. Мы прекрасно понимаем, что в состав междуфракционного объединения вошли люди из многих фракций, которые на сегодняшний день, если бы они вышли из своих фракций и принимали бы самостоятельные решения, это была бы одна постановка вопроса. Но все равно по серьезным, по кардинальным вопросам депутатам придется советоваться
держать совет со своими фракциями, с руководителями фракциями, и как бы политика, опять же, в этом вопросе не возобладала. Опять же, многие ассоциируют создание этой группы и руководство этой группы с Татьяной Васильевной Демченко, которая не все хотят отдавать бразды правления в настоящее время и подчиняться. То есть тут много вопросов к этой группе. Но если в настоящее время я схожу в состав фракции оппозиционного блока и хочу с уверенностью вам сказать, что если те идеи, которые поднимаются межфракционной группой, будут достаточно резкими и востребованными у наших жителей, фракция оппозиционного блока однозначно будет поддерживать эти идеи. Но если там будет больше политики, чем экономики, чем здравого смысла, то мы пойдем в противовес. Благодарю за то, что были сегодня в нашей студии. Нагадую, что протягом 26 хвилин ми спілкувалися із депутатом Миколаївської обласної ради Вадимом Алабіним. До зустрічі в ефірі. Всього найкращого.